Давай, чпоки, чпоки. Bouncy, bouncy. Ладно. По-английски чпоки, чпоки, это бонси, бонси. Бонси, бонси. Мы идем, бонси, бонси. Откуда ты ее знаешь? Ты не похож на сутенера. Сутенер? Не, она моя жена. Моя жена. Че, пошумим, наверное? Я думаю, да, пошуметь, наверное, надо. Хорошо, шашлычки, что ли, жарим? Или что это? Борщ варится? Оооо, нихера, ты смотри, там какой фарш. О май гад. Это дичь. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA 5. Итак, мы с вами выполнили задание для... ну, не помню, как его зовут, короче, как, который заставляет нас, короче, машины, короче, угонять. Вот, для него выполнили задание. Вот. Сейчас у нас либо отправиться к Франклину, который хочет узнать всю правду, короче, где и что находится Майкл. Предполагается, что Франклин будет спасать Майкла. Вот. Я почему-то так думаю. Уже я почему-то так думаю. Либо они вдвоем с Тревором. Вот. Так. Либо что там еще? Либо. Это тачка. А, ну и все. В принципе, все. Только Франклин. Почему-то мне казалось, мы приехали сюда, чтобы выполнить задание. Какое-то задание, короче, выполнить. Ну ладно, поехали к Франклину, короче. В принципе, можно было проще сделать, перейти за Франклина. И, наверное, он там уже сам у дома находится. Вот. Ну ладно. Докатимся. Здесь, в принципе, недалеко. Вот. Сейчас докатимся так. Прокатимся. Что там? Туда-сюда, да, перещелкивать героев. Вот. Во! Появилось! Смотри! Я же говорю, что... Какое-то другое задание. Так что едем. Франклин, это у нас сюжетка. А мы хотим, короче, посмотреть... там кому-то помощь нужна? Ну ладно. Не буду я помогать никому. Хочется уже, как бы, ну, задание выполнять и... посмотреть уже к сюжетной линии подойти. Вот. Смотреть, чем же все это, вся эта развязка закончится. Что же это? Что, ну, вот эти вот взаимоотношения между друзьями, что произойдет-то вообще? Так, окей, ладно, приехали. А, он хочет нам телочку, да? Он хочет нам телочку дать. Окей. Тони, ты прищучил этого засранца. Ну давай, она ждет тебя наверху. Ага, давай, чпоки-чпоки. Ладно. По-английски чпоки-чпоки, это бонси-бонси. Бонси-бонси. Мы идем, бонси-бонси. Ой, ладно. Ну, Тревор, с богом. Давай покажу там класс. Эй, Тони. Надеюсь, ты хорошо повеселился? Да, неплохо. Костлевая немного, да? Откуда ты ее знаешь? Ты не похож на сутенера. Сутенер? Не, она моя жена. Моя жена. Ради нее я бросил первую жену и детей. Лучшее решение за всю жизнь. Просто фантастика. Это она меня сделала таким.
Ну, как скажешь. Слушай, а можешь выручить? Помнишь тот дом на Эклипсе, перед которым я стоял? Ага. Помнишь? А, здорово. Ну, это, короче, это мой дом, и его забирает банк. Но если с ним что-нибудь случится... Ну, знаешь, бензинчик, я все равно получу полную стоимость. Ну, это я к слову. Понимаю. Я тебя обожаю. Я так рад, что ты трахнул мою жену. Господи. Что? Что это за дичь? Так, возьмите канистру из автомобиля Джоша. Будь осторожен с моей машиной. Козлин, понял? Козлин, чек. Козлин, выпиши мне чек. И только я начал думать, что ситуация уже не может быть более дикой. Если бы я знал, что она его жена, я бы не... Хотя нет, кого я пытаюсь обмануть? Ну да, Тревор. Вообще, в этом Лос-Антосе одни вообще просто безбашенные люди. Я херею просто над этим. Ну, кстати, неплохая тачка. Так, чё там? Тони, это я, чувак, слушай, там у бассейна стоит газовый гриль. Запали его так, чтобы даже отсюда было видно. Сделаешь и узнаешь, насколько безграничной может быть благодарность. Миссис Бернстайн. Ты доставь это мне, просто подкорми ее немного, ладно? Подкорми. И если то, что я делаю плохо, то почему я чувствую себя так хорошо? Ну, Тревор, ну... Плохо и хорошо, это очень, не знаю... Забыл, что хотел сказать, короче. Ладно. Винс. Бляха. Это же не моя машина. Ладно. Он сам доверил мне свою машину, поэтому он сам виноват. Воу-воу-воу-воу-воу, ух ты! Клёво так вошёл, да? Клёво так вошёл в поворот. На переднеприводное, что ли? Опа! Сам осёл. Могли бы меня пропустить, а потом поехать. Знаете же, кто за рулем. Таких, как я, надо всегда пропускать. Так, а дом, по-моему, находится в этом, ну, в богатеньком том районе, да, по-моему? Если не изменяет память. Только вот я не понял, мне надо дом поджечь. Ну да, наверное, скорее всего, дом поджечь надо. Так, ладно. Припаркуримся здесь. Так, а как мне войти? Все понял. Так, пора зажечь гриль. Окей. Сейчас сделаем барбекюш. Барбекюш. Так, а в сам дом не зайти, да? Бляха, хотел посмотреть, что за хоромы. Ладно. Так, ну здесь, по-моему, наверное, я думаю, никого нет, да? Сделай бензиновую дорожку. Ну, понятно. Как обычно. Мы уже такое делали. Ой, это не бензин. Вот. Мы уже такое делали. Погнали. Неплохое место, но мне больше нравится мотель. Конечно, мотель тебе нравится. Там же это... Знаешь, Тревор, ты мог бы просто пойти к проститутке. Тоже верно. Все для вас, миссис Бернстайн.
Такие фамилии хрен выговоришь просто. Выстрелите в бензиновую дорожку, чтобы ее поджечь. Блин, выстрелить это, знаешь, это громко. А, но у меня глушитель. Но все равно, выстрелить в бензиновую дорожку это громко. Почему спичек нет? Так, это привлечет внимание, пожалуй, нужно убираться отсюда. Покиньте сектор. Сейчас мы быстренько. Че там, нормально рвануло? Неплохо. Погнали. Бляха, не успел что ли, оторвитесь от копов? Смотри, со всех... Блин, умные стали. Со всех этих сторон, короче, начали окружать. Типа, чтобы я не убежал. Ну я-то хитрый. Я-то хитрожопый. Я сейчас... Так. Мимо проедет? Я увижу его? Да. Ух ты, подло! Я думал, мимо сейчас проедет. Откуда он узнал, что я здесь? Вали нахер. Окей. Действуем по-другому. Как действуем по старому плану. Где тут переулок какой-нибудь? О, вижу. Сейчас мы спрячемся. Поближе к стене, короче. Так. Лоп. Фары бы еще выключить. Как-то, по-моему, можно выключать фары, да? Да. Агентство Джоша Бернстайна. Я слышал, что сейчас на недвижимость в Эклипсе можно неплохо погреть руки. Отлично. Я поговорю со своей половиной насчет нашего расписания. Мы с тобой свяжемся. Окей, дело сделано. Дело сделано. Теперь погнали к Франклину. Да? Да. Больше же здесь ничего нет. Ничего больше не появилось. Так. Ну, я чувствую, что за этого риэлтора, короче, последняя цепочка, наверное, осталась. Ну как? Жахнем его жену, короче, и все. В принципе, как бы больше-то ничего. Мы подожгли дом, избавили от конкурента. Деньги он получит за страховку. В принципе, все. Как бы так, логично, если он что-нибудь другое не придумает. Либо, если что-то не так пойдет. Кстати, у Франклина еще с этим, с доминатором, с этим. Я так и не понял, закончилось... цепочка событий или нет, или он еще появится. Сегодня, как ни странно, игра не бесится, в принципе. Ну, эти текстуры не исчезают так сильно. Ну, как бы они успевают прогружаться, как-то так. Это радует. А то в прошлой серии вообще дичь была. Просто полнейшая. Заметили, да, наверное? Так, окей, мы у Франклина дома. О, вон он стоит. Он так и не переоделся. Я думал, он сыт стоит. Мы женщины, не шагу назад. Долой что-то там. Мы женщины, услышишь наш крик. Нихера в жопу. Заткнулись нахрен. Спасибо.
Слово на букву Н. Здорово, кореш. Что? Эй, какого хрена? Разве смешно, когда друг ошибку совершает? Тебя забавляет, что мне больно, да? Не, чувак, чего? Да пошел ты! Еще раз думаешь надо мной смеяться, я тебя нахрен урою. Успокойся, чувак. Я немало придурков встречал в своей жизни, но ты... Ты долго не протянешь с таким дерьмовым отношением к людям. Зазнайка хренов. Послушай, чувак, успокойся. Ну, это правда, немножко было смешно. Но я поступил неправильно. К сожалению, чувак, ты упал. И мне это показалось смешным, понимаешь? Извини. Ладно. Извинения приняты. Доволен? Так что... Обнимемся в знак примирения. Я хочу что-то задумал. А, я тебя подловил. Хрена с два, я не весельчак, я просто сраный козел. Черт, у меня было охренительно трудное детство. Черт, чувак, у тебя все в порядке? Просто я весь на нервах. Знаешь, я тебя люблю, чувак, но я бы... Черт, да я бы... Тише, 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 приятель, слушай. Лестер сказал, что ты что-то знаешь о Майкле. Майкле? В жопу Майкла, надеюсь, он сдох. Да брось, чувак, ты не такой жестокий. Конечно, вы прежде не ладили, но какая хрень произошла в Северном Янгтоне? Кто-то его прижучил, чувак? Кто? Мой друг Рон встретил китайских уродов. Они из Яншаня. У нас возникли проблемы. Они по дурости решили, что Майкл человек и похитили... Похитили его. Да, видимо, он теперь у них в плену. Пожалуй. Давай, хватит уже, бро. Иди нахрен. Если тебе нужен этот говнюк, сам им занимайся, понятно? А для меня он труп. И сдается мне, если я только снова его встречу, он станет трупом и для всех остальных. Брось, кореш. Не делай этого. Не испытывай судьбу, приятель. Что это? Что? Что это было? Ну, ничего. Сука. Все вы, суки. Он толком-то ничего не сказал. Эй, это я. Что сказал Тревор? Блин, Майкла схватили какая-то китайская бригада из-за Тревора. Я оценил иронию, посылаю тебе приложение для телефона. Телефон Майкла опять появился в сети. Его сигнал можно отследить с помощью этого приложения. Чем меньше дистанция, тем чудо, конечно. Опа, вот и Майкл. Я же сказал, он мне не джилау. Только не пытайтесь убедить меня в том, что вы не любовники. Он смеется над тобой, придурок. Ты совершаешь ошибку. Я потратил много денег, чтобы выследить вас. Я обратился за помощью ко всем, кого знал на Среднем Западе. И тут вы убиваете еще нескольких. До свидания. Избавьтесь от него. Тревор Филлипс не придет. Эй. Вы прийти к Франклину. Так, что там? Да в смысле я выбрал Фанк? А вот. Выясните, где находится Майкл. Таймер. Ёпта, еще. Запустите. Так, запустите трек из правого нижнего угла в меню приложения телефона. Это? Ой, цель найдена. Отлично. Отвали, у меня дела тут. Я думаю, как его искать. А вот и текстурки. Так. Наверное, вот так, да? Так, прямо. Блин.
Да чё оно так? Да твою мать, я и на радар смотрю, и сюда смотрю, короче, вообще просто. Так далеко не уеду. Она даже не приближается, походу. Вот это по-любому какой-то завод, короче. Так что нужно искать какой-то... Да ни хрена себе. Какой-то склад или завод искать. Даже не приближается. А нет, смотри, приближается. Так, окей. Я походу нашел. Он где-то тут. Как попасть внутрь? Сейчас мы с тобой поймем, как попасть внутрь. Либо через крышу, либо... Так, эта дверь нет? Нет. Там не допрыгнуть, да? А вон есть проход. Окей. Так, ладно. Уберись телефон. А чё он без этого? Бляха, он без... Он без глушителя. Так. Че, пошумим, наверное? Я думаю, да, пошуметь, наверное, надо. Либо по-тихому. Запрыгнись ты, ну. Эй, ты, что тебе надо? Короче, надо шуметь. Окей. Трое. Ладно. А, солнце отсвечивает, не вижу ни хера. Так вот, перебежечками. Давай, перезаряжайся. Чё такой косой-то, мать его? Отлично. С этим покончено. О! Мудак. У вас тут старый белый чувак. Майкл, ты тут? Таймер пропал, хорошо. Хера такой. Че, не убил, что ли? С этой дымки ни хера не вижу. Так, аптечка. Не ожидал, да, он, что я прям впритык к нему. Не убил, что ли? Да, блин, где цель-то? Окей. Такой прям боевичок, да? А сколько вас тут? Хорошо, шашлычки, что ли, жарим? Или что это? Борщ варится? Почему они... Что там, сверху, что ли? Почему они так долго убирают? У них броники, что ли? Хотя не видно, что у них броник одет был. Ай-яй-яй-яй-яй, как всегда, не вовремя перезарядка. Отлично.
леха, жизнь непросто. Надо было броник, короче, покупать. Перед тем, как сюда ехать. I'm coming, man. Ну где он там? Че у меня из оружия-то? А, там 0 патронов. Это. О-о-о-о, нихера, ты смотри, там какой фарш. Так, ладно, жизнь у меня немножко регенерировались. Да чтоб вас. Так, вроде тишина. Вроде на карте больше никого нет. Это не факт. О, Майкл. Это вообще дичь, просто чувак упал, короче, вот он растерзало. Жесть. To... О, май гад! Это дичь просто. Так, бросить оружие Майклу, окей. Жесть. Давай, давай, Майкл, перезаряжайся. Суперспособности. Бах, бах. Давай, давай, быстрее перезаряжай, ну. Щетилица, я хз. Да плёха, чё они такие? Будешь меня позже, сперва зачисти коридор. Окей. Бляха, а если меня убьют, то это будет заново, что ли? Это будет дичь. Сколько же здесь мудаков? Я о том же, Франклин, я о том же. Слишком что-то их много здесь. Ах ты падла. Пустить тебе кровь? What the fuck? Давай, давай, давай. А чё сразу шевелиться так начал? Короче, когда вот первый раз я стрелял, не было вот такого вот, типа, знаешь, это движение. Как только начал Франклина спасать, сразу у него, короче, движение прицела стало туда-сюда бегать, прыгать. Да иду я, что-то разорался-то, ёпта. Опа, да куда ты? Я не за эту стенку хотел спрятаться, но... Ах. Я ж там автомат взял какой-то, да? Не надо перезаряжать. Пуньк. Пуньк. Отлично. Хорошо. Так, Франклин там разобрался. Знаешь, одного убиваешь, второй вылазит. Да пипец. Реально их там целая куча. Мозги на коробке. Смотри, какой говнюк. На тебе по ногам.
Мясо закроет тело, а вот ноги. О ногах ты не подумал, да? Так, окей. Че, в тачку? Давай, давай, уходим. Садись, садись, садись. Погнали, ну! Сейчас еще и погоня, что ли, будет? Жесть. Давай, Франк, там отстреливайся. Да я в курсе, что они за нами. Отстреливайся. Опа! 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 Да опа! Что за дичь происходит? Франклин, ну так не можешь стрелять, а? Оп. Отлично. Так, в принципе, мы от них оторвались. Да, теперь Майкл, короче, по гроб жизни обязан это Франклину. Бляха, а как же они будут, короче, это, ну... грабить хранилище федеральное, если между Майклом, короче, и Тревором такая вот дичь происходит. Или они без Тревора будут? Потому что Майкл, Франклин и Лестер, они по-любому будут, я думаю. Вот насчет Тревора. Леха не туда повернул. How about Devin Weston? Weston? What about him? We delivered the last of them cars, only he ain't paid us yet. Says he gonna invest the fucking money. Well, he's a clever guy. You know, that might not be such a bad idea. Are you fucking serious? Look. Look, Franklin, you're gonna get your money, okay? From the sounds of it, you'll even get some interest, too. And I got this other deal with Weston down at the film studio. So we gotta wait for that to play out before I got any leverage over your deal. For real? Come on, Franklin. But I had my feet chained to a meat hook for the last few hours. Give me some time, I'll figure it out. Только стоило вот сказать, что текстуры вот беситься перестали, и вот тебе на. Окей, домой приехали. Ну да, душ там, вся херня. Ну давай, увидимся. Как же? Не хочешь в гости зайти? Чё, твой огромный пустой дом? У меня и так на душе хреново. Ладно, в общем, спасибо тебе. Погодь, чувак. Что за херня тогда случилась? Я же говорил, Тревор психанул. Хотел убить меня, потом меня поймали китайцы. Не, чувак, до этого. Я про вашу историю с федералами, Тревором и тем парнем, Брэдом. Я понял, о чем ты. Слушай, я принял спорное решение. Не знаю, правильно поступил я или нет, но тогда думал, что правильно. У меня была семья, Франклин. Работал я с плохими психами. Я увидел выход. Будущее для себя и своей семьи. И я воспользовался этим выходом. Выходом? Чувак, да ты предал всех, кого только знал. Или они, или я. Я знаю, это цинично, и я не жду, что ты сразу поймешь. Но потом, когда обзаведешься своей семьей, проснешься однажды утром и вдруг почувствуешь, что ноги тебя уже больше не держат, и ты никуда не можешь бежать. Просмотрим. Будь осторожен, чувак, лады? Когда Тревор узнает, что ты жив, не представляю, какую херню он выкинет. О Треворе не беспокойся, ему до меня не добраться. Берегися. Ты меня понял? О, не за мной придет, чувак. Ему нужен ты, а не я. Ты! Я так, на всякий случай.
Но Майкл тоже неправильно рассуждает. Если он так говорит, типа, либо они, либо я там, знаешь, или... Так он запросто может даже и вот, допустим, того же Франклина, короче. Ну, как бы, вот этими словами он, короче, теряет доверие к себе, потерял. Также и Франклин, и Лестер всех может подставить. Короче, хрен знает. Я птичку такую схватил. Окей, друзья. Так, что у нас там появилось? А, это надо выходить из здания. Окей, друзья, вот. Вот такая у нас сегодня серия. Спасли Майкла. Вот, все-таки. Ну, да, как я догадался, короче, как я... Франклин спас Тревора. Но почему-то я думал, что Тревор тоже будет присутствовать. Но в этом я ошибся. Лестер. Майкл, друзья из бюро хотят поговорить. Я назначил им встречу на швейной фабрике. Приезжай быстрее. Окей. Окей. Ну и на этом, наверное, будем заканчивать. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.